можно ведь было собрать, я сказал, курбет ровненько вставить. А ты что мне полезла? Опять это как, чтобы не выскочить. Да лучше бы выскочить. А здесь полбалла. Можно не устать. Впереди отдыхай чуть. Для победы в спортивной гимнастике время требует ныне сверхсложных трюков, считает тренер Владислав Росторовский. Дело в том, что ведь даешь не каждому трюк, проверяешь, кто способен на тот или другой трюк. И поэтому здесь, вне сомнения, берется личность, берется интеллект человека. Вот Юрченко перевоплощается. Вот все гимнасты, а она другая, она приковывает зрителя к себе. Она все время мыслит, она все время творит. Но чтобы быть первым, нужна личность. И я ищу эту личность. Пока удается. Юрча, давай. Следующая быстренько, не успеем. И я как бы веду ее за собой. Мысленно. Мысленно, да. То есть это чисто такое, ну, внушение, что ли. Угу. Внушение. Я ей говорю, посмотри на меня, когда на снаряд уходишь. Значит, ты готова к снаряду. Наташа, я вместе с тобой работаю. Повнимательнее. Вот доходит до соскока. Я внутри говорю, не спеши. Идет она на двойное сальто. Я вот здесь ты раскрывайся, ноги. И она становится. Ощущение ученицы и мое ощущение сливается в одно целое. Я вот я ночь не спал. Всю ночь я вставал, ходил, нету сна и все. Потому что я выложился, я вместе с ней. Я вместе с ней работаю. Я хотел бросить после Тулищевой. Показали Шапошникову. Я понял, что передо мной личность. Нет, не брошу. Доведу, другой не сможет. Привезли Юрченко, я посмотрел. Девочка, что говорю, все делает. И вот когда уже человек приходит такой, то ты ему хочешь раскрыть мир прекрасного. Вот этой гимнастики. Thank you.